Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox для Kia Sportage 3-го поколения. Модель M-Line 2K с диагональю экрана 9,5 дюймов. Ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. В целом все выглядит достаточно аккуратно. Меняется вот эта вот панель. Кнопка аварийки переставляется, все функционирует, все работает. По цветам чуть-чуть потемнее оттенок идет, но в целом это практически незаметно. Выполнено из качественного пластика. Данная модель — это новинка от компании Canbox. Ранее такие экраны были доступны только на максимальной версии H-Line. Теперь же появились на линейке M-Line. Это средняя линейка, но теперь здесь доступно самое высокое качество экрана. Здесь достаточно большой экран, 9,5 дюймов, высокое разрешение 2К. И по начинке, то есть это оптимальное вообще решение получается. То есть если не нужна сверх какая-то производительность и только магнитола для базовых задач, но при этом хочется отличное качество экрана, это прям отличный выбор. С кнопками на мультируле со всеми адаптировали. Работает переключение громкости, кнопка выключения звука, кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками, кнопки переключения треков. Также это все поддерживается. С подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. В комплектации автомобиля штатный сабвуфер, усилитель. Его также все подключили, все функционирует, все работает. В бардачок выводятся USB-порты, которые поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его со своего мобильного устройства через режим модема. Планшет работает на операционной системе Android, что, конечно, гораздо интереснее, чем штатная магнитола в автомобиле. И теперь доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market, самые популярные здесь уже предустановлены. Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, YouTube и многое другое. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Здесь вы сможете построить все под свои предпочтения. Звук достаточно хороший, магнитола выдает, она процессорная. Есть возможность также подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Доступно подключение Android Auto, либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов на практически любой автомобиль. Более подробную информацию вы сможете получить у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И, конечно же, есть гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!